чего начать путешествие по Волгограду, если не с мельницы Гергарта, сооружения, построенного в 1900 году, которое впоследствии стало не только мельницей, но и целым комбинатом, где работали как с мукой, так и с другими видами продуктов. Во время Великой Отечественной войны в 1942 году через мельницу прошла линия обороны, и таким образом она целых 58 дней находилась в полуокружении, подвергаясь массированным обстрелам. И теперь она выглядит вот так. После войны мельницу восстанавливать не стали, сохранив ее в качестве напоминания людям о том, что такое настоящая война. К сожалению, как можем видеть по последним событиям, не все усвоили этот урок. В 1982 году рядом с мельницей был открыт музей Сталинградской битвы, который состоит из панорамы Сталинградской битвы, экспозиции советской и немецкой военной техники, воинского эшелона с паровозом серии R 1935 года постройки в голове, а также семафором и гидроколонкой. И, кстати, если вы все еще думаете, что семафором называется любое средство сигнализации на железной дороге, а светофору только у автомобилей, то вы ошибаетесь. Посмотрите мое видео про Ярославль, где я рассказал, чем отличается семафор от светофора. А стоит все это великолепие на берегу огромной, чудесной и прекрасной Волги. А где же еще? Здесь мы начнем наше новое видео. С вами Игорь Абросимов, я автобус-мастер. Вы на канале Блог ЖД Фотографа. Подписывайтесь и ставьте лайк прямо сейчас. А мы начинаем! А за моей спиной одна из достопримечательностей Волгограда – Волгоградский мост. Он был открыт в 2009 году, и его длина над водой составляет 1212 метров. Похоже, мост есть в Саратове, он так и называется – Саратовский мост. И как и в Саратове, так и в Волгограде эти мосты ведут в города-спутники. В Саратове – в Энгельс, а в Волгограде – в Волжский. Мое видео из Саратова, где я рассказал в том числе про Саратовский мост, вы можете посмотреть вот по этой ссылке. Режим Варламова, подземный переход через две полосы. Господи, в чем проблема нарисовать здесь зебру, совершенно непонятно, конечно же. Что ты думаешь о подземных переходах? Короче, когда эта дорога широкая, то когда эта дорога такая, то это, конечно, возникает вопрос. А знаете, что я думаю об этом подземном переходе? Я думаю, что я вертел этот подземный переход. А это у нас какой-то очень страшный магазин рядом с красивой архитектурой. Кто согласовал, интересно, вот этого пестрого попугая здесь? Жесть, какое уродство, просто вообще максимально не в тему. Господа, вы знаете, почему этот бульвар пустой? Потому что в него не ведет ни одна зебра. А подземный переход позволяет перейти сразу весь бульвар. При этом сюда выйти нельзя. Что? Это что за прикол? Для кого тогда сделан этот бульвар? И там нет просто ни одной зебры, чтобы попасть на бульвар. Как тебе этот подземный переход? Ну, этот подземный переход – это станция скоростного трамвая, которая не работает. Он закрыт при реконструкции. Но самое главное, чтобы перейти с той стороны на эту, надо идти буквой «П» под землей. Понимаете? То есть буквой вон П, там П. Режим Ильи Варламова теперь ведет автобус-мастер. Обзор гостиницы в кромешной темноте. Гостиница называется Hostel House, и она расположена в этом чудесном доме, который, конечно, не является шедевром архитектуры, зато в нем отличный современный номерной фонд с новыми санузлами, с крутой душевой кабиной и с потрясающей винтовой лестницей. Единственная проблема этой гостиницы в том, что она находится вот здесь. Поэтому, прежде чем ее бронировать, подумайте, не дешевле ли будет забронировать гостиницу где-нибудь в центре города, чем ехать сюда на такси. Это не рекламная интеграция, но если вы сотрудник Hostel House, можете задонатить мне немножко денежек по ссылке в описании. А начнем мы наш обзор транспорта Волгограда с железнодорожностей, а они здесь очень даже интересные. Например, поезд Ташкент-Волгоград. Его формирует узбекская железная дорога, а потому вагоны окрашены в бело-зеленую окраску, которая выглядит гораздо приятнее, чем наш российский РЖД-шный корпоратив. До пандемии такие поезда ходили и в Москву, но когда пандемия закончилась, возвращать эти поезда по какой-то непонятной причине не стали. А это перегон Спартановка, пост 6 километр в черте Волгограда. Пейзаж здесь настолько же прекрасен, насколько омерзительна эта несанкционированная свалка. Я, конечно, понимаю, что в степи много места, но разве это повод загаживать каждую квадратный сантиметр? Предлагаю властям Волгоградской области обратить внимание на эту свалку и принять меры, чтобы ее здесь не было. Хотя, с другой стороны, на этой свалке можно найти и полезные вещи. Например, царское кресло, автомобильная камера, бесплатные дрова,
и, конечно же, запчасти для офисных кресел. К сожалению, такую картину в России можно видеть почти на каждом шагу. При этом по телевизору говорят, что загнивает почему-то Запад. И это хороший повод напомнить вам, что не стоит безоговорочно верить всему, что говорят по телевизору. А вот и наш поезд. Чудесные бело-зеленые вагоны и тепловоз ТЭП-70. С локомотивом не слишком повезло, он окрашен в корпоративные цвета. При том, что здесь мог приехать красный ТЭП-70БС, а также ТЭП-70 в нормальной окраске. Ну что ж, будем фотографировать то, что есть. Во всяком случае, вагоны у него никто не отберет. Следующий поезд не заставил себя долго ждать. Встречайте, грузовой с тепловозом 2Т-116У. Всего этих тепловозов было построено 340 штук, и строились они на Луганском тепловозостроительном заводе с 2007 по 2016 год. Из-за военных действий постепенно производство было свернуто, поэтому 2Т-116У стали последними локомотивами, которые строились на Луганском тепловозостроительном заводе. Встретить эти локомотивы можно в России, а также в Монголии. Моя оценка перегону «Спартановка» пост 6 километр – 2 мусорных бака из 10. Чудесная Волгоградская область, чудесные красивые степи, прекрасный пейзаж, красивый перегон и интересные поезда. Но вот эта свалка портит абсолютно все впечатление. Как бы я ни пытался снимать, чтобы эта свалка не попала в кадр, мне это удавалось с большим трудом. Надеюсь, что власти Волгоградской области доберутся до этой свалки. По возможности, до людей, которые здесь ее устроили. А мы продолжаем наше путешествие. Я нахожусь на Мамаевом кургане, главной достопримечательности Волгограда, и за моей спиной статуя «Родина-мать». Ее строили с 1959 по 1967 год архитекторы Белопольский и Демин. Высота статуи составляет 85 метров, и таким образом это самая высокая статуя в России. А на момент постройки она была вообще самой высокой в мире. Правда, в 1982 году еще одну «Родину-мать» открыли уже в Киеве, и ее высота составила 102 метра. Правда, это, как говорится, только с табуреткой. В любом случае, вы можете написать в комментариях, какая родина-мать, на ваш взгляд, круче, киевская или волгоградская. Почему Мамаев курган так называется? По одной из версий, здесь похоронен руководитель Золотой Орды хан Мамай. Почему же он выбрал именно это место? Мне кажется, что все довольно просто, ведь с Мамаева кургана открывается чудесный вид на Волгоград, на реку Волгу и, конечно же, на железную дорогу. Наверняка хан Мамай рад, что рядом с ним теперь проезжает 2Т-25КМ с пассажирским поездом. Погоди-ка, что? 2Т-25КМ? Грузовой тепловоз с пассажирским поездом? Это нужно заснять.
скажи мне, куда и зачем мы приехали, а? Куда мы приехали? Приехали мы с тобой в город Волжский, на линию Волгоград-Астрахань. Чем она примечательна и интересна? Да особо ничем, ну кроме того, что здесь есть участок электрификации до станции Трубная, вот там, которая в городе Волжский. Дальше есть пару двухпутных перегонов до Ленинска, а дальше линия полностью однопутная. Причем, проходя по этой степной местности, она такая достаточно равнинная, и каких-то особых точек съемки здесь нет. Но, однако, все-таки здесь есть кое-что интересное. Приехали мы сюда, чтобы снять один интересный экзотический азиатский поезд. В сообщении Волгоград-Худжанд. Ранее такие поезда ходили до Москвы из Таджикистана. Ну, однако, в период коронавируса их отменили и вернули их только в этом году, совсем недавно, и обрезали по Волгограду. А чем этот поезд отличается от остальных поездов? Он зеленый, он международный, у него на вагонах гербы республики Таджикистан, чуть ли не советских времен. Ну а еще, может, нам повезет, мы снимем с ним красивый тепловоз. Если посмотрю, какая картина открывается в сторону Волжского. Арахнофоба, скорее переключитесь на следующий эпизод в тайм-кодах, потому что всем остальным я покажу крутого паука, который называется Аргиопа. Посмотрите, какой он огромный, какие у него полосатые лапы и какие у него колючки на пузике. Аргиопа! К нам приехал цветной тапок. Боже, это свершилось. Черт побери, это же шанс на миллион. Цветной тапок с зеленым поездом в 2023 году в Волгоградской области. Ты еще скажи, обалдеть не встать, подражай мне. Учитывая, что их типа три штуки, это же фантастика. Да, тепловоз правда цветной, но такой выцветший. Ну, хотя бы не пить все-таки. На полжижечки я заглянул в Волжский, город-спутник Волгограда. Он был основан в 1951 году, а население его, по данным Википедии, составляет 321 тысячу человек. А до Волгограда здесь рукой подать, всего лишь перебраться на другую сторону Волги. В этом плане Волжский напоминает Энгельс, город-спутник Саратова. И в обоих этих маленьких городах есть электротранспорт. В Энгельсе троллейбусы, а здесь чудесные трамваи, которые поехали по улицам этого города в 1963 году. Трамвайный парк представлен вагонами КТМ-5, Татрами Т-3, это старые модели. Также здесь есть КТМ-19, видимо, переданные из других городов. И самый интересный трамвай — это КТМ-11. КТМ-11 представляет собой КТМ-8, предназначенный для езды по линиям скоростного трамвая. У него есть двери с обеих сторон, а также электросхема позволяет соединять два таких трамвая попой к попе, что позволяет им осуществлять челночное движение, то есть разворачиваться путем смены кабины, как в метро. И такому трамваю не нужно разворотное кольцо. Этот трамвай очень интересный, потому что я лично не знаю, в каком еще городе России есть КТМ-11. Подозреваю, что ни в каком. Поэтому хотелось бы поймать хотя бы один такой трамвайчик. Не факт, конечно, что он приедет, но я очень на это рассчитываю. Трамваи, обклеенные в рекламу, мне, конечно, не очень нравятся, зато я обожаю, когда вагоны имеют разную окраску. Например, сегодня я видел три трамвая КТМ-5, и все они были покрашены по-разному, что довольно круто. Разнообразие — это всегда хорошо. Как я уже говорил, трамваи поехали по городу Волжскому в 1963 году, а открывали движение немецкие вагончики Гота. Они были сцеплены в поезда, состоящие из моторных и прицепных вагонов.
Один из прицепных вагонов сохранился до наших дней и установлен в качестве памятника на одной из трамвайных развязок. У этого вагона есть токоприемник, но, судя по всему, он бутафорский, потому что, во всяком случае, поста управления в этом вагоне нет. Там есть только штурвал ручного тормоза. И, на мой взгляд, трамвай-памятник — это отличное место, чтобы спрятать чудесную призовую карточку с синим электровозом ЧС-7011. Поскольку видео я монтирую достаточно долго, возможно, она уже сгниет к вашему приходу. Поэтому, чтобы получить приз, а именно одну из моих новых сувенирных ружек, вам нужно заснять видео о том, как вы ищете эту карточку, и отправить его мне любым доступным способом, лучше всего в Телеграм. Поехали! Вот так. Надеюсь, что карточка не сгниет к вашему приходу. Боже, это КТМ-5 в нормальном состоянии, да? Нормальный КТМ-5, вот так может выглядеть КТМ-5, а не как в Саратове или, в Новосибирске. С ума сойти. То есть можно содержать КТМ-5 в нормальном состоянии, можно нормально покрасить и обслуживать. И это в маленьком городе Волжском, да? Вот дела. Кстати, вот тут я с тобой согласен. Взять Новосибирск, Уфу, Миллионники и Саратов. И вагоны в этих городах выглядят как гробы с болтами. Вот, учитесь у Волжского, как содержать старые трамваи, чтобы на них было не стыдно посмотреть и в них было приятно ездить. А то что это такое, Миллионники, а трамваи ездят как улитки и выглядят как какие-то старые сараи. Стыдно должно быть. Хотелось бы сказать пару слов про Волжский трамвай. Система показалась мне довольно крутой. Во-первых, вагоны ездят по обособленным линиям, благодаря чему автомобили не могут залезть к ним и создать пробки. Да и скорости трамваев показались мне достаточно высокими в сравнении с некоторыми другими российскими городами, например, Уфой, Саратовом, Новосибирском. Ну и, наконец, мне понравилось, что все вагоны здесь выглядят достаточно опрятно и покрашены по-разному, что меня бесконечно радует. К сожалению, мне не удалось прокатиться внутри хотя бы одного вагона и... Еще волжанин едет, Толян, вон. К сожалению, мне не удалось прокатиться внутри хотя бы одного трамвая. А потому, если у вас есть что сказать по этому поводу, пишите, пожалуйста, комментарии. А так, по моим впечатлениям, я могу поставить в системе Волжского трамвая оценку 8 Санкт-Петербургов из 10. У этой системы огромный потенциал, и если откапиталить все трамвайные пути, откапиталить, а по возможности заменить все старые вагоны на новые, то она станет одной из передовых систем трамвая в России, на мой взгляд. Хотя бы тот факт, что вся она находится на обособленном полотне, уже о многом говорит. Я желаю Волжскому трамваю процветания и развития. Короче, классный Волжский. Мне нравится эта аллея. Она такая немножко запущенная, но все равно такая уютная. Здесь так много деревьев, такие кусты растут. Прикольно. А тебе нравится? Это человек, говорит, который делает инспекции дворов, рассказывает, что здесь классно. Это хорошо видно, вот по крайней мере здесь. Здесь ничего нет, здесь нет освещения, здесь идут какие-то непонятные трубы, лавочку не найти. Ну, урну вот одну я видел, прошу, да. Так, чтобы гулять здесь, точно не вариант. Посидеть здесь не вариант. Может быть, это, конечно, действительно какие-то классные места в Волжском, но я их не знаю. Ух ты, вот это да. Волжанин 60-50. Какой это волжанин? Между прочим, в городе Волжске выпускаются автобусы «Волжанин», они же «Волгобас». Поэтому они и составляют основной костяк городских автобусов Волжского, как, собственно, и Волгограда. Но есть в Волжском и «Икарус», правда, он не маршрутный, а используется для каких-то служебных нужд. Вот такой вот красавчик «Икарус 250» 1989 года постройки. Правда, у него не родные фары, но лично на мой взгляд, с квадратами он смотрится тоже довольно неплохо. Эх, сесть бы сейчас в этот «Икарус», да поехать в дальнее путешествие, а не вот это вот все. Да, там стоит «Сетра» из 215HD или какая-то другая, не знаю, классная. Один из интересных автобусов «Волжанин», который можно встретить здесь, это 5270-1004 2005 года выпуска. Сам по себе этот автобус не был массовым, а на сегодняшний день в России осталось только 36 таких автобусов, 19 из которых работают в Волжском. Недавно я показал вам «Волжанин 5270-1004», а сейчас мы отправляемся в погоню за его удлиненным собратом. 6270, как ты сказал?
нуля. 62,70 два нуля. Попробуем его догнать и сфотографировать. Да блин, опять. Хорошо, хоть эту дурацкую гонку больше не нужно проходить. Ну что, как тебе желтенький волжанин? Правда классный? Скажи что-нибудь об этом автобусе на своем автобус-мастерском, а я подержу камеру. Мы поймали очень интересный автобус. Волжанин 6270. Это трехосный автобус, высокопольный. Особо большого класса. Такие автобусы строились с 2001 по 2008 год. При этом до 2005 строились исключительно высокопольные автобусы, вот как тот, что проехал за моей спиной, 6270. А с 2005 и до 2008 строились 6270.10. Такие автобусы уже работали в Москве. Всего таких автобусов осталось порядка 12 штук здесь, в Волжском. А .10 и по сути нет вообще. Только в Петербурге в музее остался один. Какие эмоции вызывает у тебя этот автобус? Может быть, нахлынули какие-нибудь старые воспоминания о московских автобусах? Рассказывай. На самом деле, в Москве я на них не часто ездил. Ездили там давно, и поэтому сказать о каких-то прям эмоциях, воспоминаниях мне трудно. Однако, все-таки этот автобус очень интересный. Кстати, да, я соврал. В Москве такие автобусы еще можно поймать, ведь они ходят на Садовод. Это повод, кстати, прокатиться на таком автобусе. Все-таки это автобусы такие середины нулевых, тогда... Было такое веяние, да, на трехосные автобусы, это и Мазы, и, собственно, Волжанины, да, и Искании. А потом раз, все это ушло, да. Как и карусы, гармошки, однажды раз и ушли. На ваших глазах Пазик портит или не портит фотографию Волжанина. Пронесло. Ну что, как тебе автобусы города Волжского? Сейчас увидел достаточное количество Волжанина, чтобы сказать, что их здесь... много. Меня это очень радует. Я люблю Волжанина. Именно Волжанина, именно Волгобас. Это большая разница. Не надо это путать. И 6270, и 5270. И такие и желтенькие, и беленькие, и цветные, и городские, и пригородные. Ну просто праздник какой-то. Ну, короче, ты обмазался Волжанинами по полной программе. Да, в целом я обмазался. Учитывая, что последние несколько лет гоняюсь за моделью 6270, да, то есть за трехосниками. Наконец-то, хотя бы здесь я удовлетворил свое желание. Я доволен. Шикарно. Я обмазался трамваями, ты обмазался автобусами. Что делать дальше? Может быть, поедем купаться? О, да, купаться. Отличная идея. Ха, погнали. Ха, он полез купаться. Мне же это место не кажется слишком подходящим для купания. Хотя пейзаж здесь, безусловно, просто очаровательный с этим чудесным закатом. Находится это место вот здесь. Я, конечно, рекомендую его для посещения, если вы любите красивые закаты, бетонные сооружения и величественные мачты высоковольтных линий. Но для купания лучше поищите что-нибудь другое. Мы приехали на платформу «Акварель», чтобы пофоткать поезда. Она названа в честь местного торгово-развлекательного центра и открыта в 2018 году, а значит, должна соответствовать всем современным требованиям РЖД-строительства. Итак, друзья, режим Варламова, платформа «Акварель». Она низкая, при том, что здесь ходят старые электрички с высоким уровнем пола. Есть. Загороженная лестница, ведущая в никуда. Есть. Навес, напоминающий площадку для мусорных контейнеров. Есть.
кучу знаков, каждый из которых установлен на индивидуальном столбе. Ведь нельзя на один столб установить несколько знаков. Есть. И если уж докапываться до знаков, то на этом знаке изображено хождение по путям, а не переход через железнодорожные пути в наушниках. Точно так же, как на этом знаке изображен переход через пути, а не хождение по путям. И, конечно же, здесь есть лабиринт перед переходом через железнодорожные пути. Гениальное изобретение, которое 100% решит проблему непроизводственного травматизма. Но это не точно. Я хочу перейти через железнодорожные пути. Что же делать? Наверное, нужно пройти через лабиринт, ведь так безопаснее. Да не, бред какой-то. Но главное, убедиться, что нету приближающегося поезда. И потом уже переходить дорогу. Что же делать? Опять пойти на лабиринт? Бред какой-то. Ну и в лучших традициях благоустройство этой платформы заканчивается ровно на последней ступеньке лестницы. Ведь дальше уже территория не РЖД, а значит, можно оставить все как есть и договариваться со смежными службами, чтобы пассажиры выходили не в грязь, а на какую-нибудь дорожку совершенно не обязательно. Режим Варламова. А мне нравится. Да я понимаю, что здесь в регионе все платформы низкие, и нет смысла лишь одну из них делать высокой. Но ведь это повод задуматься о том, что пора бы в России начать строить и закупать низкопольные поезда. Низкопольные поезда есть везде. В Европе, в Прибалтике, даже в соседней Беларуси их можно встретить. А у нас до сих пор по советским чертежам строят электрички, в которые, чтобы забраться, нужно обладать разрядом по акробатике. Подумайте об этом на досуге и напишите ваши размышления на этот счет в комментариях. Встречайте первый интересный поезд с сообщением «Уфа и Меретинский курорт». Двухэтажный состав, ведомый электровозом ЭП-1 по кличке «Кирпич». Правда, этот кирпич зачем-то покрасили в корпоративные цвета РЖД. К сожалению, немножко съехала фокусировка, но зато послушайте, какое крутое приветствие нам послал машинист этого поезда, за что ему, конечно же, супер лайк. Следующий поезд с сообщением Красноярска-Напа едет с электровозом ЭП-1М в корпоративных цветах. Учитывая, что здесь можно снять такой же, только синий или даже красный ЭП-1, интересность данного локомотива кажется мне довольно сомнительной. Невероятно, середина видео, и мы наконец-то добрались до городского транспорта Волгограда. И начнем мы, естественно, с трамваев, которые поехали по городу в 1913 году, когда Волгоград еще назывался Царицыным. Движение открывали 17 вагончиков, построенных на Мытищинском машиностроительном заводе. В городе сейчас есть 13 маршрутов, из которых 2 сейчас не работают в связи с ремонтами трамвайных путей. А еще в городе есть знаменитый метротрам по кличке Пьяный трамвай заехал в метро. Его я вам покажу чуть позже. А начнем мы с третьего маршрута, где курсирует весьма интересный для меня двухдверный Татра Т3. Сами по себе эти вагоны не такие уж и редкие, но я из Москвы, а у нас такие вагоны не ездят с 90-х годов. Поэтому для меня двухдверный Татра Т3 это диковина. Не говоря уже о том, что, например, в Европе двухдверных Татр вообще не было. За исключением, наверное, одной технички, которая есть где-то в Чехии. Многие вагоны в Волгограде имеют окраску, похожую на чешскую. Красный, черный и белый. Также, подобным образом, свои трамваи красил Московский трамвайно-ремонтный завод, когда делал, например, такие трамваи, как МТТ-2. К сожалению, не все трамваи выглядят опрятно. Многие напоминают уфимский КТМ-8, на который без слез не взглянешь. Но что можно сказать точно, так это то, что вагоны здесь ездят достаточно быстро. Уж во всяком случае побыстрее, чем в той же Уфе или в Новосибирске. Кстати, это место называется улица Китайская. Наверное, здесь хорошо жить. Выходишь ты из дома и видишь каждый день двухдверные чудесные Татры на протяжении последних лет 40. Стабильность. Поэтому я могу только посоветовать вам, если вы любите трамваи Татра, купить жилье именно здесь.
Как вы уже поняли, основной костяк трамвайных вагонов Волгограда – это Татры различных модификаций. Тут вам и обычные Татры Т3, и двухдверные Татры Т3, и Татры, модернизированные на судостроительном заводе, и Т6Б5, и МТТА-2 – это Т3, но только у них есть двери с двух сторон. И, наконец, тут вводится Татра Т3Р.ПВ – самая последняя модификация трамвайного вагона Т3. Эти вагоны строились с 2002 по 2008 год в Чехии. И в Волгограде есть всего лишь два таких вагона. Поэтому я считаю обязательной частью программы на них покататься сегодня. Волгоградский завод судового машиностроения, где, как ни здесь, модернизируют трамвайные вагоны, решили в 1998 году волгоградские трамвайщики и отдали на этот самый завод несколько трамвайных вагонов. Плодом этой любви стали вот такие милые трамвайчики. Те же самые Татры Т3, но только им немножко изменили кабину и попу. Правда, я не совсем понимаю, зачем это было сделано, ведь так было нормально. Но, тем не менее, по Волгограду теперь ездят 11 таких необычных вагонов. Не сказать, что они красивые, но определенно весьма интересные, потому что, насколько я знаю, в других городах таких вагонов не повстречаешь. Давайте же прокатимся внутри такого трамвая. Наверняка он чем-то отличается от обычной Татры Т3. Больше двухдверных Татр, богу двухдверных Татр! Еще! Еще двух дверок! Еще парочку. О, отлично. Все, достаточно Татр. Можно ехать на следующую точку нашего путешествия, а именно на главный проспект города с его полчищами троллейбусов. Да и, кстати, моя оценка от трамвайной линии на обувную фабрику, где ходит тройка и четверка. Бесчисленное множество двухдверных Татр из бесчисленного множества двухдверных Татр. Мой вердикт – двухдверная Татра. Поехали дальше. На Волгоградском судостроительном заводе. Как видите, внутри она ничем не отличается от обычной Татры. Точно такие же окна, точно такие же двери, сиденья, все то же самое, за исключением разве что панорамного заднего окошка и такого же панорамного окошка у водителя. Что касается трамвайных путей, то их состояние я оцениваю как удовлетворительное. Возьмем, к примеру, четвертый маршрут, в котором мы сейчас едем. На проспекте, а также в частном секторе около обувной фабрики трамвайные пути были прекрасные. А сейчас мы заехали в жилые кварталы на улице Буханцева, и здесь трамвай начал ехать медленно, и скакать, и подпрыгивать, как в лучших традициях. Капитальный ремонт здесь явно бы не помешал. Какая там Нива.
видео не успело закончиться, а мы уже добрались до волгоградских троллейбусов, которые поехали по городу 30 декабря 1960 года. На сегодняшний день в городе действует 5 троллейбусных маршрутов, на которые выходят 184 троллейбуса, а живут они в одном троллейбусном депо. Троллейбусы Волгограда представляют следующие модели. ЗИУ 682. Различных модификаций, различных заводов-изготовителей. В том числе здесь есть ЗИУ 682В из 80-х годов. А также весьма интересен ВЗТМ 5284. Тот же самый ЗИУ 682, только собранный на Волгоградском заводе транспортного машиностроения. Он остался здесь всего лишь один. Также здесь есть Трользе Оптима. Троллейбусы, которые строились в городе Энгельс с 2003 по 2012 год. Но самые новые троллейбусы появились в Волгограде буквально только что, в апреле 2022 года. Это БКМ 321 из Минска. Новейшие троллейбусы, которые идеально можно тыкать в лицо тем, кто считает троллейбус устаревшим видом транспорта, привязанным к проводам и прочее бла-бла-бла. Эти троллейбусы имеют низкий уровень пола, кондиционеры, тихий и быстрый ход. И, конечно же, они умеют объезжать препятствия без использования контактной сети, потому что у них есть аккумуляторы, как у электробусов прямо. Такие троллейбусы были, между прочим, даже в Москве. Что, правда, не помешало Сергею Собянину и его компании уничтожить систему, которая на момент закрытия была весьма себе современной и весьма пригодной для исполнения своих обязанностей. Что, серьезно? Остановка со стеклянной крышей в регионе, где летом температура достигает 42 градусов? Вот скажите, разве не удивительно, что в 2009 году строились троллейбусы, разработанные еще в 70-е годы? Я и сам в шоке от того, что завод Троллза строил одновременно низкопольные мегаполисы и ЗИУ 682, в одном из которых мы и прокатились только что. И надо сказать, что он находится просто в отличном состоянии. О, ЗИУ 682В по 9-му маршруту. Снимаем. ЗИУ 682В. О чем говорит его скругленный ящик на крыше? Трушная вэшка, класс. С тремя огоньками позади. Это точно ЗИУ 682В. Надеюсь, мы сфотографируем сегодня хотя бы один такой еще. О, троллейбус. ЗИУ 682В00? Не, Троллза Оптима. А, об автобусах Волгограда расскажет автобус мастер. Ты готов? Основным автобусом в Волгограде является, конечно же, автобус производства Волгобаса. Ну, это логично, правда ведь? В городе можно встретить автобусы моделей 5270 G2, это газовая версия, 5270-02, это дизельная версия, 4298, это автобус среднего класса, да, коротыш такой, мы в Ярославле их видели. Также здесь можно встретить старые волжанины, причем в основном пригородные. Причем тоже у них модификация 5270, 01, 02, 5270, 10, там 07 и так далее, и тому подобное. Можно в это долго, конечно, вникать, но никакого смысла в этом нет. Ну и, кстати, здесь еще можно встретить лязы, да. Достаточно здесь большое количество лязов 52, 92, 67 газовых. И подарки из Москвы
да, бэушные автобусы из Москвы в лице ИЛИАЗа-5292.22 и .21, которым здесь весьма и весьма плохо, как и мне, потому что на улице очень-очень жарко. Так-то лучше. Однако среди всего этого разнообразия нет, по сути, для меня интересных автобусов. Я люблю волжанины, но вот те волжанины, которые я перечислил, да, эти пригородные, их сложно найти. Вот автобусы, которые мы видели вчера в Волжском, они более интересные, да, то есть эти 6270.20. Вот такие вы катались, или City Rhythm 15, например. Ну, я уж говорю, в принципе, какая-нибудь гармошка бы ездила. Даже, например, черт с ним, ЛИАЗ-5292.20 бы ездил, или там 6213.20, или 6212, вот это уже. Чего уж говорить про какие-либо там икарусы, но это вообще, сами понимаете, дело такое. Или, например, Mercedes-Benz O325 Turk. Ну, это я уже совсем размечтался. Ой, какой дебилоид-то, ну какой дебилоид-то. Понарожает земля уродов. Кстати, МАЗ-103, вот еще какие автобусы здесь есть. Да, здесь есть МАЗ-103. Какой-нибудь 466 или 465 модификации. Вот так. Ну, если мерить по шкале Мосгортрансов, то это всего лишь 5 из 10 Мосгортрансов. Увы, невысокая оценка. С вами был автобус-мастер. Специально для канала блог ЖД-фотографа. Вы, конечно, ждете, что я покажу вам знаменитый волгоградский скоростной трамвай. И я, конечно же, про него не забыл. И сейчас мы с вами в нем прокатимся. Стой! Он на реконструкции! Да, друзья, в Волгограде есть скоростной трамвай. По кличке «Пьяный трамвай заехал в метро». А все потому, что на сети есть в том числе несколько подземных станций. Система волгоградского скоростного трамвая была открыта в 1984 году и является частью трамвайной сети города. Длина сети скоростного трамвая составляет 17,3 километра. Всего здесь есть 22 остановки и 2 маршрута скоростного трамвая. В качестве подвижного состава используются сочлененные вагоны ЛВС-2009 питерского производства, трамваи МТТА-2, модернизированные Татра-Т3 из Москвы, у которых есть двери с обеих сторон, ну и обычные трамвайные вагоны тоже могут сюда заезжать. Кроме того, с 1992 до 2019 года здесь работал чешский трамвай Tatra КТ-8Д5, зачлененный вагон с двумя кабинами управления. После работы он был передан в Московский музей городского транспорта и находится теперь неизвестно где и неизвестно в каком состоянии. И еще до 2005 года здесь были вагоны КТМ-11, которые после были переданы в город Волжский. Как вы уже поняли, сейчас скоростной трамвай закрыт на реконструкцию, а потому покататься на нем в этот раз не получится, и мне придется приезжать в Волгоград еще раз и снимать для вас новое видео. Но зато я могу показать вам несколько фотографий, сделанных в 2015 году. В целом, волгоградский скоростной трамвай похож на метро. Все то же самое, спускаетесь под землю, садитесь в поезд и едете по туннелю. Только здесь можно смотреть вперед и назад, в отличие от поездов метро. В любом случае, волгоградский скоростной трамвай я могу только порекомендовать к посещению. Если вы любите модельки автомобилей, то приходите на станцию скоростного трамвая Комсомольская, потому что здесь есть чудесный киоск с модельками. Посмотрите, какие здесь классные машинки. Да, ЗИУ-682. А ведь когда-то настанет день, когда этих троллейбусов нигде не останется. И я буду скучать по ним. Ну, не будем грустить сейчас, а продолжим нашу экскурсию по Волгограду. Ведь нас ждет суперкрутой трамвай Tatra T3 R.PVE.
Один из интересных трамваев Волгограда – это МТТА-2. Как видите, у этого трамвая двери есть даже с левой стороны по ходу движения. Эти вагоны строились, точнее, делались на Московском трамвайно-ремонтном заводе из обычных вагонов Т3. Появились эти вагоны в 2012 году и использовались на вновь открытом 9-м маршруте на Лесной улице. Дело в том, что там отсутствовало разворотное кольцо, поэтому два таких трамвая сцепляли попой к попе, и они работали по принципу челночного движения. Поезд из двух таких трамваев приезжал в тупик, менял кабину и ехал вновь на маршрут. Позднее эту линию продлили к Белорусскому вокзалу и построили там разворотное кольцо. Таким образом, необходимость в двухголовых поездах в Москве отпала, и их передали в Волгоград, где они трудятся на маршрутах скоростного трамвая, и в том числе можно встретить их и на обычных маршрутах. Волгоградские вагоны МТТА-2 проще всего поймать на 13-м маршруте. Мы находимся здесь всего лишь 10 минут, а проехал уже 4 таких вагона. А еще здесь работает Татра Т3Р.ПВ. Господи, что это? Что это? Кринжанул. К сожалению, он уже уехал, но я все же про него расскажу. Трамвай Татра Т3Р.ПВ. Вы представляете, насколько этот трамвай редкий? Мало того, что их построено всего 66 штук, так еще и в России работают только два из них, и оба в Волгограде. Построены эти вагоны в 2006 году специально для волгоградского метротрама. Для того, чтобы эти вагоны ездили по линии метротрама, они оборудованы системой ALS-ARS. Метрополитеновцы поймут, что это такое, остальные спросите в комментариях. Погоня за крутыми трамваями занесла меня на улицу имени Кузнецова. И мне кажется, это самая лучшая улица в Волгограде всех, что я видел за те два дня. Возможно, есть и более крутые, напишите в комментариях. Но здесь просто очаровательная сталинская архитектура. Небольшие домики с лепниной под балконами, с лепниной под крышей и с другими архитектурными элементами, в которых я, к сожалению, не разбираюсь. Здесь много зелени, здесь пиликают кузнечики, здесь мало автомобилей. И, конечно же, здесь есть вот эта чудесная трамвайная линия с красивыми трамвайчиками. Побольше бы таких улиц во всех городах. Но, к сожалению, сегодня подобное уже не строят, как бы это прискорбно ни звучало. Как улучшить Волгоград? Бесплатная идея для местных коммунальных служб. Берем конечную трамвая, стадион «Монолит». Собираем здесь все сухие ветки, сухую траву, собираем весь мусор. Вместо протоптанной тропинки делаем асфальтированную дорожку с настилом через трамвайные пути. Ставим лавочки, ставим освещение, ставим нормальную трамвайную установку. И готово! У вас появилось новое чудесное общественное пространство, за которое местные жители вас только поблагодарят. И, возможно, даже пойдут на выборы и проголосуют за вас на избирательном участке. Режим Ильи Варламова. Но ведь он же просто блогер!
Моя оценка Волгоградскому трамваю – 7 двухдверных Татр из 10. Здесь очень интересная система с очень интересными трамвайными вагонами. Но многим путям и многим вагонам нужен капитальный ремонт или хотя бы покраска. А также хотелось бы видеть развитие сети. Например, напрашивается линия скоростного трамвая в район Красноармейский. Потому что сейчас по проспекту, который туда идет, не ходит никакой магистральный транспорт. И быстрее, чем на автомобиле, доехать в этот несчастный Красноармейский район невозможно. Поэтому мне остается только пожелать Волгоградскому трамваю развития, обновления, модернизации и все такое прочее. И, конечно, я надеюсь, что чудесные Татры вместе с новыми трамваями, которые скоро здесь появятся, проработают здесь подольше, радуя нас своими округлыми формами. И, конечно же, своими маленькими кругленькими задними фонариками. Ах, как они мне нравятся, кругленькие задние фонарики. А теперь кушать! А вы знаете, что существует секретная версия этого видео для избранных? Она более длинная, в ней есть неудачные шутки, неудачные дубли и другие моменты, которых вы не увидели здесь. Чтобы посмотреть такую версию видео, приходите в мою группу ВКонтакте и нажимайте кнопочку «Поддержать автора». А я вам сейчас расскажу все, что думаю о Волгограде. Но, если вам понравилось видео, сначала, пожалуйста, подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео с друзьями, чтобы YouTube показывал мой контент новым зрителям. Что касается Волгограда, то это большой, красивый, зеленый город с классной архитектурой, с интересными трамваями и троллейбусами. Конечно, не без городских проблем, вроде непонятных проводов, ненужных заборов и не слишком удобной городской среды. Но, тем не менее, 10% города, которые я успел посмотреть, позволяют мне поставить Волгоград на 5-е место моего личного рейтинга городов. Но все-таки, если вы хотите приехать сюда, чтобы прокатиться на трамваях, лучше делать это вне сезон, когда нет адской жары и адских ценников на жилье. С вами были Игорь Абросимов и Автобус Мастер. Смотрите другой контент на этом канале. А я с вами прощаюсь. До новых встреч!